Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать троллить друг друга. И да, ребята, всем привет и большое спасибо вам за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам мы продолжаем троллить друг друга. Поэтому прямо сейчас лепите лайкусики на мой видос и на видос Евгения. Набираем по 15 тысяч лайков и сразу же выходит продолжение троллинга. Вот прям обещаю, вот прям зубы даем, по зубу даем. Сразу лайкусик, а мы погнали. Погнали. И в чем будет заключаться моя серия троллинга? Подписки! Полиция подписок! Придавите ваши подписки! А? Нету, а если найду? Подписан? Не подписан? Ну, надо быть подписанным, поэтому сегодня как раз таки мы будем полисменами, которые будут допрашивать Евгения, если у него лишние подписки. И где вообще пропали все остальные подписки? А где? А почему так мало подписок? Я не знаю, поэтому да, подписывайтесь, колокольчики, пипипольчики, а мы будем, наверное, начинать, да. Я вам не буду рассказывать весь секрет моей карты, в чем заключается ее суть. А смысл тут на самом деле очень даже глубокий. Поэтому мы пойдем, пройдем карту Евгения как можно скорее, а потом вернемся в мою карту, да. Поэтому потопали, господа, да. Ну что, Эдуардо Пересьяно, вы готовы пройти на мой троллинг? Я готов! Пошли быстро, уже Эдисон. Будем проходить наконец-то! Пошли, давай, пошли! Подожди! Эдисон, я решил сегодня немножко поностальгировать и построил карту, очень похожую на ту, что мы строили на первых сериях троллинга, где нет было сюжета и... Ну да, она у меня тоже очень простенькая карта на самом деле, поэтому все хорошо. А, я уже прошел, да, я уже прошел на самый финал, Жек, у меня уже тут финал! Какой финал? Спаунпоинт, Стась, спаунпоинт! В финале уже был, представляешь? Эдисон, в общем, проходи, никакого сюжета у меня нету, но давай, я хочу услышать твои рассуждения, давай. В смысле рассуждения? Гейммод 2, ну, тебе вруби. А, Гейммод 2, да. Это, конечно, все очень даже хорошо, то, что Гейммод 2 мне нужно включить. Ты можешь у меня тут не мельтешить перед глазами, чтобы... Да, извините, я просто хочется посмотреть, понимаешь? Ой-ой-ой, опять все понятно, да, что-то непонятно, как дальше проходить, да. Первый уровень я уже вот не все запорол, а вот уже, да. Ну, подожди, откуда я могу знать, как я тут должен пройти, а? Ну, ты, в принципе, я тебе скажу, ты правильные вещи делаешь. Ты вот что-то вот тыкаешь где-то везде, вот. Ну, ты потыкай. Да так вот, знаешь, Ёперэсэд, если ты еще раз передо мной станешь, я тебя зарежу! Выйди отсюда, так. Может, я невидимость выпью, я не знаю. Хорошо. Ой, я тебя сделал невидимым. Спасибо. Эдисон! Спасибо. Так, не, я пока еще ничего не нашел. Это на самом деле фигово, что ты ничего еще не нашел. А что нужно найти? А что найти? Смотри, нужно... мне кажется, что что-то где-то вот здесь есть. Что-то где-то здесь есть. Да, чувак в невидимости показывает мне то, что что-то где-то вот здесь есть. Что-то вот здесь есть, вот здесь что-то должно быть. Опа, видишь, что-то... Подсказка у меня, подсказка. Подсказка, что написано в подсказке, ну? Полиция секса написано, понимаешь? В красных блоках перед началом тролльга есть секретный проход. Ага. Красные, да? Красные блоки, да. Ой-ой-ой. Да, вот это прям секрет. Секретный блокод в другое измерение, да? Понятненько. Странное на самом деле, да, хорошо. Я тебе скажу, я тебе дам подсказку еще одну. Эта подсказка действительно подсказка. Только ты просто немножко неправильно ее прочитал. Может, я так скажу. Хорошо. Да. В красных блоках перед началом троллинга есть секретные проходы. Это все, что там написано? Да. Точно? Да. А, то есть мне сейчас 28 страниц, да, берели? Ой, в синих, да. Хорошо. Да твою ж то матушку! В это самое, вот то, что ты подумал, да. Ищи синие блоки, синие. Да я вижу, что тут синие блоки. Не голубые, синие. А, то есть мне вот сюда нужно, да? Да, тебе нужно сюда. Опа, вот. Молодец. Неужели? Кнопочка, которая не работает. Неработающая кнопочка. Да, это, ты думаешь, конечно... не работающая? Да, мне кажется... Мне кажется, тебе нужно все-таки на троллинг вернуться. А, то есть мне уже вернуться. Ну, ёбаный... Да, мне кажется. Я сказал, ну ёперес это. Да, сказал, ёперес. Проход открылся, фигасе. Проход открылся. Вторая? Ай-яй-яй, какой проход открылся. Хороший такой проход открылся. Подожди, не торопись. Смотри, Эдисон, я тебе дам подсказку. Подожди, ты вначале послушай. Смотри, в этой комнате тебе с помощью вот этих вот
вот я не знаю, с помощью чего, с помощью каких-то, может быть, секретных штучек, тебе нужно найти пароль. Пароль от чего мне нужно найти? Ну вот, видишь, тут есть код вписать, видишь, нужно найти пароль. Подожди, мне нужно код вписать, да, получается? Да, код. А как мне туда перепрыгнуть? У меня код какой-то есть. Куда? Куда тебе нужно перепрыгнуть? Секретный какой-то код. Ну куда-то туда, мне кажется, нужно перепрыгнуть, пройти, вот, и перепрыгнуть вот это все. Да, проходишь, да, думаешь? Такой. Да я сам не в курсе, на самом деле. Ты лучше не нажимай на этот код, потому что ты потом из него не вылезешь, вначале код. Твой. Да я, вот зачем ты меня предупреждал? Предупредил, я сразу же нажал на вот эту хрень, Жека. Ну тут уже как бы без вариантов. Я тебе говорил. Ты мне должен сказать код, потому что я вообще не в курсе. Я из Майнкрафта выходить не буду, Жека. А, спасибо. Да, иди туда, чтобы я тпхнулся. Вот, в это самое. Зачем? Ну хорошо. Ну, подожди. Тут никаких скрытых, как бы, ловушек нету. То есть, ну как бы, где плиты, там. А что это? Я бы понял то, что 1337, а вот это что, 9283, это что? Не знаю. Сейчас какие-то скрытые послания, тебе нужно их еще отправить. Какие скрытые послания? Как я должен догадаться, что это за скрытые послания? А дальше я... Честно, я тебе скажу, что... Ладно. Неважно, что я вообще не знаю, что это такое, я просто так это писал. Вот, смотри, мне кажется, тебе нужно обратить на внимание вот на эти 9 нажимных плит, которые стоят по центру. И здесь не просто так, это такая тебе подсказка. Да. Это, конечно, да, все очень хорошо. Тебе не обязательно, ну хотя как хочешь. Mm-hmm. Просто обрати на них внимание. И желательно вот. Да. Отсюда. Это. Подожди. Ну, окей, тут есть 3. Не, подожди. Что-то я не понимаю. Давай. Сверху вот эта фигня, да, деревянная, потом с этой стороны и с этой, а где четвертая цифра? Зачем должна быть четвертая цифра? А там вот так должно работать. Да нет. Опа! Какой я умный, какой я умный! Так, ты уже на самом деле быстро прошел последнее испытание, понимаешь? Хорошо. Вот. Короче, смотри, тебе нужно найти вагонетку нужно вагонетку. Найти, все очень просто, просто нужно найти секретная вагонетку. Какая-то вагонетка, которая да, где-то там вагонетка. Должна быть, секретная вагонетка. А да, где она? У меня такой вопрос. Я не знаю, где твоя же карта. Я не знаю, смотри, мне кажется, вот давай так, подсказка, здесь что-то выделяется, мне кажется, что-то выделяется, явно что-то выделяется. Да. Можешь ломать только золотой бл... А, вот кто еще тут матерится, да? Блум может золотой ломать, да? Смотри, Эдисон, я тебе дам совет, лучше не... Это не золотой блок, это скрытый сундук. Это золотой блок. Ну, я тебе даю совет, лучше не ломай, сейчас вот может что-то... Молодец, золото ты добыл, молодец. Да, а что произошло? Да не, ничего, просто. Чё, а чё, хорошо, да. Золото я добыл, и это хорошо. Да, у меня и золото, дофигища золото, понимаешь? Да, ты молодец. Золото это очень клёво. Я тебя поздравляю. А дальше что? А, прикольно, тут еще одно золото есть. Да забей, это просто так. Хорошо. Дальше что? Что дальше? Тебе надо найти вагонетку, я тебе как бы изначально сказал. А золото зачем? Чтоб было, золото это как бы хорошо. А золото что просто было, да? Типа хорошее такое золото, да? Дальше, что дальше? Что дальше, Евгений? А ты какой клавишей мышки тыкаешь? Скажи мне, пожалуйста. Правый или левый? И той. Да? Точно? Да. Хорошо, давай так сделаем. Давай, хорошо, спасибо. Спасибо. Дальше что? Что дальше у нас тут? Здесь ничего у тебя такого странного нету, не кажется, что это странно? Ну нет, не особо. Нет. По-моему, что-то должно быть немножко странное. Вот. Ну вот, одного блока нету. Как-то немножко странно как-то. Ты сейчас вот как-то бегал, как-то что-то странное произошло. Ну вот, да, ни одного блока нет. Что-то где-то вот здесь сейчас что-то странное какое-то. Странное. В блоке стою, странная фигня какая-то, да? Странно. И что дальше? Попробуй его как-нибудь там, не знаю, пихнуть там, не знаю. Сраный блок, ты смотри, опять, Вот падла, давай, Эдисон. Ай-яй-яй, а что делать, а куда дальше? Ладно, я просто решил на твой решил пошутить, как бы стать надо, всем нужно. Спасибо, хорошо. Мы поехали. Да. Привет!
Тря-тря, поехали! Тря-т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 ря
Ибрагимы! Я опять в психушке. Ну что ж такое, каждая серия в психушке. Я что, псих настолько? Я же не похож на психа. Вообще псих, вообще псих. Все, короче, если ты прошел мой троллинг, ты молодец, я готов пройти на твой. А, ты готов. Скелетон тут какой-то мертвый. Ты кого тут хоронишь вообще? Ужасные там вещи происходят в психушке. Ну что, Эдуардо Персиан, я готов пройти на вашу карту. Полиция секса! Секса полиция! Нет! Какая полиция секса? Полиция подписок! Полиция подписок! Заходите! Пропали подписки! Сейчас найдем! Так, у меня вопрос, вопрос. Это подписчики лежат? Господин Персик, майор Перчик вас приветствует. Майор Перчик. Подписки, подписки пропали. У нас поступила жалоба, такая жалоба поступила. Про подписки как-то мало начали идти. Нету подписок. Вот раньше было много подписок, да? А сейчас почти нету подписок. Куда они все пропали? Да, поэтому нужно подписки. Ты к этому ходишь, да? Полиция подписок! Есть подписки! А если нету? А если найду? Да есть, есть! Сейчас все подпишутся, все как бы уже подписались, то сейчас смотрит ролик, все подписаны, мне кажется. Да, конечно, таки хорошо, но подписок мало не бывает, писек-подписок, поэтому... Да, я предлагаю вам, Евгений, сотрудничество, прикрытие. Я вас слушаю. Пройдите сюда, пройдите сюда. Спанпойнт. Можно вопрос, подожди? Спанпойнт, нет. Больше подойдет... Спанпойнт, ошибитесь, и вот это поставьте. Майор не перчик, а пельмень, ну ладно, спанпойнт. Пельмень это не моя. Майор пельмень. Здесь вот, да не туда смотри, а вот туда, вот, да туда посмотри, вот, молодец. Да я смотрю, ты меня просталкиваешь. Да, не в ту сторону, иди сюда, вот смотри. А, да не в ту сторону, смотри, да вот сюда ближе ко мне подойди, посмотри в эту. Нет, вот, я не хочу, да подойди, ты сюда, да, что ты такое делаешь? Ладно, хорошо, неважно. Смотри, видишь, там много всяких вот таких там стоит, да, там да, непонятно. Да. Вот у них есть подписки, надо их отжать, понимаешь? Отжать подписки, сейчас мы их отожмем. Под прикрытием. Куда ты пошел? Да иди ты сюда! Да иди сюда! Иди я сюда. Сейчас их, да я сейчас за... Господин Персик, иди сюда. А что, тут ничего нету? Там ничего нету, я ж тебе говорю, иди сюда. Да не, мне кажется, где-то есть что-то. Я ж тебе сейчас тпхну, иди сюда. Сейчас засужу на 15 суток, иди сюда. Подожди, подожди, сейчас ли забрать. Полиция, подписывай, ну я хотите попасть! Кто тут командир на карте? Сюда подошел, давай! Я тут, все. Так смотри, какой непослушный! Вот тебе надо дверьку вот эту пройти. Тут у меня есть секретные проходки. Тут у меня есть хорошая лава и плохая лава, если ты понимаешь, о чем я. Ты я где? Понял, понял, ты, хорошо. Ты где? А вот я перед тобой. Давай, давай, иди туда, вот туда. Куда к ним. Мне идти? Вот туда, в эти дверьки надо подписки отжать. Вот, туда, да. Да, ты понимаешь, как бы я не понимаю, где лава, где они... Да, есть хорошая, есть плохая лава, вот. А, тебе нужно... Да, тебе нужно туда... Мне кажется, ты меня просто троллишь, подожди, мне кажется, вот с водой что-то должно. Я сейчас опять буду ругаться. Майор Перчик любит это, не любит. Ну, вот то есть ты мне выбор любит... не оставляешь, а просто идти и умирать просто. Ну тут есть хорошая, есть плохая лава, понимаешь? Уже... Куда мне прыгать, чтобы она не была плохой? Да лава плохая, понимаешь, вообще собака такая. А то есть ты хочешь сказать то, что вода будет получше лавы, да? Вот ты так хочешь сказать. Да, я вот хочу попробовать хотя бы. Почти получилось, допустим. И шо, ну типа, окей, и можешь пробовать дальше, и чё? Ща, может отсюда получится. Mm-hmm. А, не, я знаю, откуда получится. Вот отсюда получится, точно. А чё ты вообще хочешь, я не могу понять. Хочу до этого блока стать. А и чё? Опа! Опа! Куда ты полетел? Опа! Куда? Так, я что-то не... А ты, наверное, слушай, в правильном направлении движешься, понимаешь? А, то есть я должен, может, там туда перелететь, к этому ютубу, или никуда? Куда? А там есть эта вода? Как понять, мне где-то есть вода? А что ты хочешь вообще? Мне такое? Ну куда? Ай, ну ты же не сказал к этим ютуберам прийти. Да, но их надо... Честно, тебе только никому не разглашай эту секретную информацию. Убить их надо, завалить, закукошить, понимаешь, захреначить. Я понимаю, вот. Но а куда мне только никому, под прикрытием, понимаешь, все под прикрытием. Опа, лечу! Да. И куда? Куда лететь? Ты что, ты как, я что-то не понимаю, ты не видишь, что тут у тебя на небе есть, вот тут, типа... Я даже что-то не смотрел на вверх. А-та-та, какая проблема, я предлагаю тебе погулять, полетать сегодня, понимаешь? Так, только чи-чи-чи-чи! Под прикрытием, понимаешь, под прикрытием. Тя-тя! Молодец, опа. Молодец, так. Опа. Тебе... Дальше еще лететь? Да, тебе еще дальше. В смысле? А как я... А тебе нужно соскочить с этого стульчика и нажать резко на вот этот блок.
в воздухе. Это вообще на самом деле очень сложно сделать. Почему сложно? Я проходил, и все было на самом деле даже изи, так что давай. Ну хорошо. Ты что там задержался? Я тебя уже тут жду. Да блин, это сложно, пока это тут залезешь, пока. Давай. Нажимаешь на одну кнопочку, тыкаешь, опа. Слезаешь сразу, тыкаешь. Опа, молодец какой ты, смотри. Подожди меня, а то я опаздываю. Я летать как бы не очень быстро умею. А как мне нажать? Так же. Так, хорошо. Да ладно, нормально. Полиция подписок, ну сколько можно ждать? Сколько можно ждать? Я лечу. А как? Куда? Да, нужно в воздухе, shift нужно нажать, чтобы спрыгнуть. Не так, я полетел. Ну хорошо. Ты понимаешь, всё серьёзная ситуация. Пропали подписки, понимаешь? Да, подписки я понимаю. Нужно вернуть. Подписки-то пропали, я какой-то хренью занимаюсь. Тебе нужно найти секретное оружие, чтобы завалить вот этих вот тех всех, чтобы добавить себе еще немного подписей, понимаешь? Ну ты подожди. Давай сначала решим так, то что майору Перчику 75% от всего дохода подписей. Да, если я вообще смогу это пройти, то ты вообще хорошо. Хорошо. Без проблем. Молодец. Давай, спрыгай! Опа! Какой молодец! Это мне еще столько дофига! Не, это уже последний. Давай! Какой молодец! Вы посмотрите на него! А я сейчас упаду снова, да? Нет, ты можешь нажимать на shift и не упадешь, я проверял. Да, конечно. Я тебе даю слово майором. Видишь? Хорошо. Как это? Эй, ты дебил! Дебил! Придурок! Что ты делаешь? Да дебил, хватит, а не надо! Я ничего не вижу из этого... Да, дебил! Так, все, пошел нафиг! Отстань от меня! А что мне теперь делать? Как мне теперь открывать сундук? Ну я не знаю. Ну смотри, ты можешь слезть вот с этого. Вот. Да ты придебил! Я не успел взять там... Все, иди в жопу, я не буду снова про... Я тебе серьезно говорю. Это вообще нечестно. Я, то есть, я подел, как не знаю, кто проходил это, а ты меня в итоге просто... Ну хорошо, я больше не буду. Да твою бабушку! Можешь туда встать, я там хотя спаунпоинт поставлю, пожалуйста. Хорошо. Все, давай. Ставь спаунпоинт. Спаунпоинт. Как у меня в полете, я должен это все схватить? Почему в полете? Можно и так вроде достать. Да! Ты пехайся, молодец, давай, ты пехайся. Повыше, давай. Хоп! Схватил? Нет. Это слишком быстро, не успеваю так. Вот так, хорошо, дальше. Опа! Вот видишь, достал! Отлично. Так, подожди. Делаешь, не надо так делать. Молодец, ты достал секретное, ты достал секретное оружие, чтобы расправиться вот с этими самыми, чтобы забрать их под... Я спаунпоинт в жопе где-то поставил! Я теперь в воздухе спавню. Так. Нужно их как-то завалить, чтобы забрать подписки. Всех нужно завалить. На, да подожди! Подожди! На! Да подожди! Если ты не будешь слушаться майора Перчика, засужу! Тебе нужно. Я их убью, я всех на вышку, убью. Тебе на вышку нужно забраться. Я понимаю, это я их всех завалить. Убью. Давай. Всех убью, я их убью не потому что. Подписки. Там мне без разницы, что ты с ними сделаешь. Главное, чтобы подписки. Чтоб было много подписок. Заколебало. Да. На, падла! Это что за Стив? На! Это ты. Это нубик, да? Так, молодец. В общем, Евгений, спускайте сюда. Зачем? Вы справились с заданием? Отлично. Сколько у вас сейчас подписок? Подписок сколько? Подписок сколько у меня? Да, подписок. Подписок, сколько? Ну я не знаю, там что-то много. Сколько? Там что-то 1 700 000, что-то такое. 700. Так, а зачем ты... Там... Ты смотри, какая собака! Подойди сюда. Там еще один остался. Видишь, что там за стеклом спрятался? Ах ты ж падла! Сейчас я его... Какой-то... Молодец. Короче! Полиция подписок! Да. Ты забрал все подписки, сейчас много подписок. Надо делиться, вот. Понимаешь?
ты работал уже под перекрытием, да? Поэтому ага. Давай, проходи, проходи, ты не заметил, что тут дверь есть, давай, проходи. Да, отлично, хорошо, нормально, дверь мне понравилась. А, тут двери нету. А, ну я забыл, она просто вот тут где-то... Так, подожди, я сам уже запутался. А где? Где? Подожди. Где, где, где? Я что-то запутал. Подожди, я... А, так где дверь? Подожди, тут еще вроде... А, ага. Да. Вот. Нет, я перепутал. Нет, не туда надо, не туда нужно. Короче. Куда, куда? А, вот сюда надо. Понял, понял. Так, так, давай сюда проходи, давай, быстренько. Давай, ну. Стоять на месте, собака! Выкинь пушку, пушку сюда дал, пушку сюда дал! Сволота! Сволота. Сволота. А ты что, ты что смеешься? А шо это подписчики мои новые? Какие-то они злые, слушай. Это хейтеры, да, походу? А мы же все зафиксировали. Ты рейдил безобидных ютуберов. Это башкой мотают, смотри, оп-оп. Ты будь серьезным, тебе грозит 8 лет строгого режима. Не, ну ты вначале посмотри, какой они башкой. Не, ну это, конечно, смешно, я согласен. Ну у нас тут не смешнее, у нас тут не смехуячки, у нас тут все серьезно. Стой на месте. Понимаешь? У нас есть компромат на вас, мистер Персик. Как вы рейдили подписчиков? Как вы рейдили ютуберов и забирали у них все подписки? Я понимаю то, что... Собака, перестань сегодня танцевать. Нет, не перестань. У нас тут серьезное, как бы, серьезное мероприятие, понимаешь? Что ты слушаешь? Что ты слушаешь? Ты украл у ютубера всех подписчиков, понимаешь? Ну. Как бы, а какая доля моя, понимаешь, какая? Ну доля, держи. Нет, то есть нужно, чтобы на меня, мы же с тобой договаривались, нужно подписаться на всех, и на тебя, и на меня, понимаешь? Так я еще против, что ли? Это, конечно, хорошо, но, ты понимаешь, все ментюганы, слова народу, собаки. Ага. Нет, это, наверное, вставлять не нужно, хотя мне, ладно, похрен, не так сойдет. А вот... Ну давай уже, раз! Да чё, давай, чё? Ты вообще понял, куда ты попал? Куда тебя подставили? Полиция подписок, сука, подписки гони, давай быстро! Подписки на канал, давай! Ты чё думаешь, я с тобой тут 13 минут вот это всё делаю? Просто так, подписки нужны, понимаешь? Понимаю. Мы всех зарейдили, всех подписчиков забрали себе, понимаешь? Чтоб на нас подписались. Персик, мать вашу, господин, вот этот, майор Перчик, приветствует вас в этом нелегком деле. Вот. Судьба такая, сложная штука, но тебя отсюда не выбраться, ты видишь, тут мои да. Вот эти подопечные, которые тебя завалят, вот. Поэтому, спасибо тебе, Перчик. Ты прям что-то смешное, ты понимаешь, что тут, мать вашу, серьезно, я аж вспотел. Ты это делал, у тебя тоже трепет башку? Хорошо, это ну-ца. Оу-е! Оу-е! Ты кофе-пенсин, я пенис! Шерон, ну! Get шрифтин, here! Мне кажется, самое идеальное окончание это Рик и Морти. Как вы думаете, мистер Персик? Да, я согласен. Я уже просто не могу, я весь красный, я сейчас умру. А я весь потел, потому что у меня... Я просто их бошки, я просто не могу. У меня тут жарко, понимаешь, очень жарко. У меня тоже жарко, все, давай, короче. В общем, жаркий троллинг. Суть. Мы забрали всех подписчиков. Подписчики только наши, понимаете? Вот. Поэтому вот так. Ну да. Вот этих всех, всех остальных мы затрендеринкали. Вот. Поэтому спасибо вам всем, ребята, за просмотр. Лайки. А, подожди, а кроме подписок еще вроде лайки нужно ставить или как? Да, лайки это вообще вот это. Этого вот тоже надо, да. Лайки давай. Нужно. Короче, ребят, мы с вами будем прощаться. Убейте этого, да, скотина. А, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем до свидания. Пока!